А на север Азербайджана вернулась зима. На горнолыжном курорте Шахдаг в Гусарском районе выпал снег. Температура воздуха 0 градусов. О причинах такого явления Камран Гусейнов. Высота снежного покрова в Шахдаге 1 сантиметр. Жители такому чуду природы только рады и активно делятся фотографиями заснеженных автомобилей и деревьев в социальных сетях. Синоптики говорят, что случаи редкие. Последний раз июльский снегопад был в Шахдаге 3 года назад. Специалисты не могут назвать точную причину выпадения осадков. Говорят, это свидетельствует об усилении аномальных атмосферных явлений. Камран Гусейнов, Афган Афганзаде, Мир 24.